Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать с вами символ 2021 года, то есть бычка. Ну а перед просмотром я попросила бы вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Для того, чтобы сделать бычка, нам понадобится пряжа, клей, ножницы, фломастер черный, карандаш простой, белый картон кусочек, черный картон. Я уже сразу приготовила такие вот маленькие. Ну, соответственно, небольшие кусочки цветной бумаги для того, чтобы сделать рожки и ушки. Ну что, приступим. Для начала нам нужно намотать пряжу, сделать помпон. Мы берем вот так вот и наматываем. Желательно мотать не сильно туго, чтобы потом срезать. Чтобы сделать помпон, есть много вариантов, но вот это я считаю самый быстрый. Я думаю, что будет достаточно. Врезаем. Перетягиваем веревкой посередине, то есть отрезанным уголком нашим. Завязываем. Шарик.
Ну вот, друзья, мы с вами сделали вот такой вот помпончик. Теперь нам нужно нарисовать вот такую вот мордочку на обратной стороне. Берем маркер и рисуем как бы ноздрики. Теперь нам нужно приклеить помпончик. У меня вот такой вот канцелярский клей.
маркером я рисую так, как бы точки. Дальше делаем брошки. Вот мы с вами приклеили рога. Теперь нужно сделать ушки. Также я взяла цветную бумагу. Делаем наоборот, видели кусочки. Вот здесь вот. Теперь вот так вот здесь вот на конце мы просто подгибаем.
вот так смазываем с двух сторон. И подрожками в этот наш помпончик приживаем. Так же делаем с вторым. Поделка очень простая, можно делать всей семьей. Ну вот, друзья, мы с вами сделали вот такого вот смешного крючочка. Спасибо за просмотр, до новых встреч!